Астролог Глоба предсказал трем знакам зодиака невероятную удачу с 3 сентября. Этим счастливчикам стоит держать кошелек наготове. А кто же эти везунчики, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала подпишись на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак Овен. Финансовые дела наладятся вовнов, в сентябре они смогут распрощаться со всеми долгами и прилично разбогатеть. Им стоит ждать крупной прибавки на работе, а некоторым представителям знака даже может повести в лотереи, удача на их стороне. Второй знак Близнецы. Близнецам в сентябре будет вести во всех сферах жизни, как на работе, так и в любви. Творческие представители знака начнут развивать свое дело, которое из хобби может превратиться в прибыльный бизнес. Также им стоит ждать повышенного внимания от противоположного пола и начала романтических отношений. И третий знак. Представителям этого знака в сентябре удастся исполнить несколько своих желаний и хорошенько отдохнуть. Месяц сулит представителям знака много времени с семьей и близкими друзьями, а также обилие подарков и сюрпризов. И это Водолей.